смешалось, все смешалось вокруг. Кони, люди, а тут у нас собаки, свиньи. Сейчас музыку выключу, а то еще забанят YouTube. Правильно, Вася, на место, на место. Сейчас. Ладно, я сейчас сама. Ага, тут у меня свиньи и собаки. И все ходят. Так, Вася, давай, пошли домой. Ух ты. Жулик уже 3 дня живет в сарае. И Вася теперь выбежал. Сейчас получит. Вот-вот. Ну, в общем, сейчас я всех загоню. В общем, всем привет. Сегодня у нас 21 ноября. Вот, Жулик у нас уже 3 дня живет в сарае. Пока всех накормила. Ну, еще Фейки, сейчас сено, Вася сено. И на улице морозы. Но сегодня ночью опять пришла смс-ка, что перекрыли трассу. Ну, и поэтому пока все животные у нас тут все вместе, чтобы им было теплее. А на улице сейчас показывают 31, что ли. Ну, этот, интернет так пишет. Поэтому все животные вместе, и, как видите, они у нас тут контактируют. Все друг друга покусывают, побивают, но зато им весело и тепло. Как динозавр с гребешком? Он так вот будается. А Матвей, вот это что такое с конструктора? Да это теодактия, а это шипозавр. То, ты их поближе сюда покажи, поближе шипозавра своего. Вот такой шипозавр, что-то шип отпал. Только тут сломан хвост. Понятно. А вон тут? Это теодактик. А, вот тут крылья, да, вот это? Ага. Это голова и хвостик. Ага. Классно. То есть у него называется голова. Это динозавр вот так вот прыгает и плавает. Понятно. Потом бодается у него вот тут гребешок. Эй, ну он больно бодается. Ладно. Нет, я еще не поснимаю, как у него суперспособности. Он забасывает голову, забасывает у него. Потом он тут волосилит. С моей головой. Угу. Так что и вообще. А это динозавр. Два шатры. А там сразу сюда. Кольца. Снимаешь? Ну, она снимает на чашку. Это вы сегодня будете уезжать или просто заморозите? Я поставлю. Я трошки маленько пытаюсь.
пюре. Наловили и котлеты допустили. Садики раньше давали рыбные котлеты. Давали. А я теперь не могла, там они с костями вместе, потому что всегда мололи их. Так, ну такие вот рыбные шарики накатались с его фарша вчерашнего. Его положили в холодильник, чтобы манка немножко набухла. И вот сегодня сделали такие шарики. Ну, такие в итоге получились рыбные котлеты. На запах ничего. Давайте попробуем на вкус. Вкус пахнет рыбой. В принципе, есть можно. Ну, такой бюджетный рецепт. Есть можно. Им только немножко соли опять не доложили. Ты же поднимай по полутости, потихоньку. Беги теперь с веревкой. Ой! Вот задумаешь, что ты мышку тянешь. Да, рыжик, пыжик, кусай, кусай. Потихоньку тяни. Сильно не дергай, он же не успевает за тобой. Нет. Я боюсь. Он быстро ее ловит, еще ты. Не дергай ее сильно, потихоньку, тяни ее, не успевай только схватиться. Рыжик. Ай! Зацепил.